Опа! Опа! Ребята, ребятишки, девчонки и мальчишки, а также их родители. Сегодня я вам презентую новую палатку, которая стала более доступной для всех. Это Снегирь, тот самый знаменитый, но уже облегченный. И намного дешевле. Сегодня праздничный день. Всем желаю здоровья, ребят, не болейте. Цените, уважайте друг друга. Вот. А за видео подержите лайкушечкой, потому что мы снимаем в разных условиях. Сегодня очень холодно, сильный ветер. Вот, все для вас. И не будем томить, и поехали. Вот он, Снегирь 4 T-Lite. Это новая версия. И Эва-полы тоже серии Light, тоже облегченные. Те же самые полы, только дешевле. Заспойлерю, сразу воткнулась веточка. Видите, они склеены, тем самым удешевляется процесс. Из обрезков, можно сказать, так собирается, склеивается. Вот. В процессе ни на что это не влияет, только более доступно. Вот. Обязательно про полы расскажу, плюсы, минусы, и доработочка будет, как вырезать так по доунке отверстие, чтобы было вот так вот. И поехали! То прям уже, как говорится, сегодня настоящие крещенские морозы. Начинаем с чехла. Чехол матерчатый, дышащая ткань. Вот, в случае того, как если у вас палатка будет сырая, вы в дом занесете, она будет как-то сохнуть, дышать. Огромный чехол, большой. То есть можно залезть, стянуть. Это сразу, чтобы, потому что холодно. Сюда можно замороженную ее запихать, как угодно. Ну, в принципе, наверное, сейчас так все и произойдет. Потому что на улице очень холодно. Достаем ее. Достаем ее. Ее достаем. С полов бы начать. Наверное, что ли. Я думаю, наверное, да. Потому что потом уже не будет видно. Сейчас полы. Первые. Вот такие резиночки идут в комплекте. Ну, резиночки, вероятнее всего, потеряемые. И я сразу приобрел в фикс-прайсе вот такие резинки за 80 ре. Они цветные, яркие, помощнее. Также в фикс-прайсе приобрел коврик сотовый. Начинаем с того, что чем отличие. Вот здесь идут у нас вставки полах. Так, лайфхаки. Все замерзшие, они еще дубовые, реально дубовые. Разбираем. Изначально они идут без всяких липучек, без отверстий, просто полы. Это уже мои доработки. Оп. Как-то вот так, образно говоря, выглядит. Первое отличие этих полов от обычных полов до Снегиря тем, что они идут по озе не целиковые, монолитные, а склеенные. Это первое. Но у мостиков холодно, тут их нет. Если они склеены в плотника, разница получается абсолютно никакой, только удешевление самих полов. Это первый момент. Из чего сделан? Это Эва материал. Эву сравнивали с ПВХ. Уже есть видео, где наглядно видно, что Эва в мороз намного теплее, чем ПВХ. Но у ПВХ есть плюс, когда вода у нас течет на улице плюс. Если с бортиками, то там свои плюсы. Вот. Тут же я сделал лунки на липучках, если вот посмотреть.
Вот они, приклеил липучки. Клеится клеем супермоментом намертво, чтобы кто понимал. Вот, использовал вот эти вот усиления для петли, чтобы это все было надежно, крепко. Вот. Но суть в чем? Во-первых, ну вот приклеим. Суть в том, что вырезано канцелярским ножом наискось под конус. И когда мы закрываем, у нас она туда не проваливается. Не прямо прорезаем, а под скос конусом. Она у нас вовнутрь не проваливается. Она у вас закрылась, и все, можно сделать. Здесь можно сделать много разных вариантов. Также можно липучки закрывать. В таком случае любые эвополы можно использовать под конус в разных модификациях. Это лайфхак. И видите, я использовал вот эту часть в качестве для петли. То есть здесь все сделано просто идеально. Также я по периметру приклеил липучки, так как серия White, она не имеет крепления, и я ее сам доработал. Вот. Там, чтобы не моталось. Вот. Что здесь, в принципе, еще из лайфхаков, когда у нас, как у нас была проблема, вода текет из лунок, можно вот эту штуку, люк взять, вывернуть вовнутрь, туда подвернуть, подложить. У вас пол будет приподнятый, и вода у вас будет, то есть у вас будет стеки в две стороны. Вот вовнутрь ее туда запихать и вывернуть. Вот так вот. Все, она вдвойне там лежит, она приподнимает полы, и вместо флянца, вместо всего, это два в одном. Это тоже как вариант. Ну, значит, двигаем педали. У оператора мерзнут руки, на улице реально ветер. Микрофон у нас специально стоит, чтобы не передавал этот ветер. Но поверьте, что он есть, и он очень хороший. Опа! Так. Собирается она очень просто. Лишь бы она только сейчас у нас не улетела. Так. Дверь мы сюда соберем. Начинаем с крыши. Крышу. Дальше. Сразу пока разбираю. Хотел бы сказать, что прутки здесь новые, более мощные. И натяжение идет более сильное. О, руки прям замерзли, капец. Сейчас я сюда. О, ребята, лайкуш прожмите. Пальцем все, конец. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Ух, сейчас пальцы немного отойдут. Она стоит. Сейчас чуть-чуть позже мы попадем вовнутрь. Расскажу ее фишки. Сразу в комплект идут стропы. Стропа, она не тянется, это ее плюс, в отличие от веревки. И когда она сырая будет, не будет вытягиваться. Поэтому вы ее прикрепили, она стоит. Все, это плюс. Покупать ничего не надо, уже есть. Второй плюс огромной этой палатки. Это то, что юбка, вот она. Она идет широкая, она большая идет. Первая, она, юбка идет утепленная. Когда я говорю, что юбка утепленная, никто не верит. Но когда подходит, она утепленная. И вот здесь, вот этот момент, он очень важный. Здесь все сшито намертво. В шторм, в штормовой ветер, юбку обязательно нужно крепить. И она выдерживает штормовой. 25 метров в секунду мы уже стояли, она выдержала. Палатка другой фирмы, оторвали мы. Все на ней, все крепежки. Это встало сразу, с первого раза, без всяких проблем. Вот. Вот. Вот так вот. Отличие White в том, что она стала более доступной, чем обычный снегирь. На хорошую сумму. С чем это связано? Первое.
а утеплителя меньше здесь. Здесь 80 грамм на метр квадратный идет. Это первое отличие. Так как у нас по Волжье, у нас сильных морозов нет, это у нас хорошо, если минус 20, там пару дней. Ну, нет у нас минус 30, минус 40, нам не нужно, в принципе, изначально утепление там в 120 грамм. Вот. И вес легче становится. Вот. Следующий момент, в чем удешевление. Это вот самое основное, это то, что замок. Дверь. Сейчас. Дверь у нас натянута, натяжение очень сильно идет. Опа. Первое. Дверь имеет молнию. Она одна. В другой версии идет в обычном снегире. Здесь у нее идет две молнии. И там идут три бегунка. Здесь одна молния, упрощен процесс. И один бегунок. Но также позаботьтесь о том, что, видите, вот эта часть, она на резинке. Если раньше, как говорили, она продувалась, видите, сейчас резинка натянута, и ветер, она держит, защищает молнию. А, как говорится, что-то облегчили, что-то доработали, тоже неплохо, неплохой вариант. Открыли. У нас, что у нас здесь, липучка? Липучка внутри есть. Фиксировать. Вот так вот зафиксировали. Имеется два окна с той стороны и с той стороны. Для вот они окна. Сейчас вот так вот я поверну. Все для вас, мои хорошие, дорогие. Вот оно окно. Здесь пленка. Здесь идет каркасная, чтобы держала форму. Сюда мы будем выводить. Так, ветер показывает, что у нас... Ребята, ускоряйтесь, иначе я сейчас улечу. Улечу куда-нибудь. Вот. Ну, что? И цвет. Цвет, самый главный цвет, стал светлее, чем в другой версии. Вот. Чуть-чуть светлее. Фух, руки мерзнут. А сейчас мы передвинемся туда вовнутрь. Так, ребята, вот я уже здесь внутри. Здесь уже внутри намного теплее. Я могу оператору вот так помахать ручкой, потому что мне здесь уже хорошо. А она мерзнет, конкретно слезы текут. Потому что реально сегодня морозец. Для нас это все-таки... Что у нас здесь внутри? Внутри здесь у нас все просто, лаконично. А внутри у нас одна сеточка, обязательно вставим вставку сверху. Вот, желательно, ну, так как версия White легкой, здесь все облегчили. Внутри по самым особенностям, в чем облегчение, это юбку одну убрали. Внутри две юбки, одну юбку убрали, которая крепит полы. Но, как говорится, я и доработал. Так, ребят, а сейчас вот покажу, как я доработал, как крепятся полы и как я доработал бюджетную серию, да, серия, которая не бюджетная. Так, начинаем с того, что, видите, у нас по периметру идет юбка, вот такая вот, вот, на нее я вшил, я уже делал вставки, вот, вшил вот такие штуки. Снизу я пришил, а снизу я пришил вот такие, вот. Тем самым вот так вот мы накидываем, у нас вот так вот будет крепиться. Просто сейчас в данный момент она у нас немножко не откалибрована. Тем самым у нас юбка будет превращается из обычной в некрепящуюся. Но надо все это... У нас все замерзшее. Вот, ну принцип понятен. Теперь у нас она вот здесь прилепляется снизу. Вот. Здесь. И она у нас не будет убегать. И из бюджета мы сделали все как положено. Пополам, значит, вот.
чик, закрыли. Можно сделать здесь. Также можно здесь сделать, так как они конусные, закрывашки тоже на молниях. Липучки. Чик, липучечку. И 2-3 варианта. Этот вариант для одного человека, вторые лунки в другом месте сделали. Если вам эти не нужны, вы закрываете, они у вас держатся, они у вас то не проваливаются, не продавливаются, потому что они сделаны под конус. Вот, здесь есть, пристегивается навесные кармашки. Сверху у нас для сушилки, а у нас один отсек. Вот, ну... Также есть клапан, обязательно клапан для приточки. Мы его тоже зафиксируем, он у нас сбоку идет для подпитки. Все, что нужно. По поводу света, внутри, если вы можете видеть, вот сейчас вот натуральный свет попадает, он отражается от этого тента, тент стал светлее, и здесь достаточно хорошо. Вот. Когда будет темнеть, естественно, здесь нужно будет включать освещение. Из-за того, что у нас два тента, и между ними идет утеплитель. Пруточек тоже обязательно вставим, как вставка. Пруточек у нас теперь сейчас идет гладкий. Очень гладкий, не шершавый, крепкий такой, с виду мощный. Вот, то, что я могу сказать. А внутри все усилено. Сами тенты, все сшито надежно, качественно. На палатке пришито, когда она произведена, это тоже хорошо. А подписано, что кто, какой мастер сделан. А контроль качества получается. Вот. Перенесемся тоже все вовнутрь. Все это, как говорится, покажем. Вот. Размер 4T Light. Это у нас идет 2.30 на 2.30. Высота 1,80 м. Что очень важно. Ширины хватает, позволяет одному. Очень удобно находиться с ночевкой. Это у нас будет раскладушка здесь, теплообменник, все, что нам нужно. Вот. И высота 1,85 м, а не 2, как вот было у нас 2, 2,30. Чтобы тепло, оно уходит вверх, чтобы не топить улицу и чтобы ее не сдувало. Палатка, которая у нас была 2,30 высотой, 2,20, мы ее как ни крепили, у нее отрывало все напрочь, все растяжки. Вот, это тоже момент. И в ней холодней, то есть ее топить надо улицу. Вот, я считаю оптимальным высота 1,85 м. Плясать, танцевать. Здесь, в принципе, так можно плясать, танцевать, все что угодно. И, ну, я рост небольшой, вот. Но не рассчитано, не нужно вам там 2,20 м или что-то прыгать, подтягиваться. Вот. Ну что, ребята, по палаточке, я думаю, что все, что могли, мы вам показали, рассказали. Обязательно сделаем много вставочек. Вот. Палатка прошла испытание. В 25 метров в секунду ветер огромный, просто был просто штормовой. Сразу скажу, в ливень, в дождь любая палатка протекает. Мы уже проверили. Было 5-6 палаток, они все протекли. Есть, продается накидка. Если будет дождь, обязательно берите с собой накидку. Но это бывает очень редко. Редко, но в этом году мы попали. 2 суток мы в дожде были, промокли полностью. Вот, накидка нужна в ливень, дождь. Если снег идет, вообще, в принципе, без проблем. Все, ну, я говорю, как есть. Вот, то, к чему вы должны быть готовы. Ребятушки, цените, уважайте друг друга. Так, ребят, вот в условиях боевых сейчас у нас все замерзшие. Руки, ноги, палатка тоже замерзла. Как все это собирается? Как долго это все собирается? Все вживую. Вот. Лайфхак. Как в ураган поставить палатку самому и одному. Берете в таком сложном состоянии обязательно, чтобы вот в лежачем прикрепляете одну растяжку сразу намертво. Вот. Растяжка у вас уже стоит. Одну стенку выдергиваете, но это ветреная сторона, и там вы уже дальше можете. То есть обязательно должна быть одна, начинаем с одной установленной растяжки. И все у нас получается просто. Вот, желательно собирать палатку, когда у вас полы еще не собраны, на полах, чтобы не мочить ее сильно.
потому что сушить ее, так как она двухслойная, очень тяжело. Это нужно будет в дом. Вот как складывается она все вживую, да? На улице мороз. Видите, какая большая у нас сейчас она стала. О, огромная, замерзшая. Пальцы. Вот прям в боевых условиях руки. Видите, убираю в перчатки, потому что пальцы не чувствуют нифига. Смогу ли я в варежках запихать ее сюда? Ну-ка. Ну-ка. В мешок в этот. А ну-ка, давай-ка, залезай-ка. За счет того, что чехол огромный, с огромным запасом, вы можете запихать ее сюда в любом состоянии, замороженном. И не будет проблем, как с многими палатками, где замки. Замки замерзают. Вот так вот подтянули. Но я делаю пока все без пальцев в варежках, на уровне варежек. Минус 30 градусов, образно говоря, на улице 20, ветер сильный. Так, ну и вот так подтянули. Вот он, снегирек. Собрали. Есть. Полы. Опять. О. Стряхиваем. Значит, что у нас? Первым делом расстегиваем. А что у нас расстегивать? Надо ли или нет? Сейчас посмотрим. Складываются они. Вот так. Вот так. Дальше. Вот так. Во, сложили. Сегодня сложилось очень легко. Вот. Резинку по резинке. Наверное, все-таки стоит приобрести сразу. И не одно. Вот такую, более мощную. Во-первых, легче. Ее видно будет. Терять труднее. Вот эти резинки, они неплохие. И нехорошие. Так. Неплохие, потому что хорошо, что они есть. Но они теряются очень часто из своей практики. Так. Пальцы у нас тем временем отогреваться начинают. Так как мы двигаемся. Все, мы собрались. Поехали. Золотые купола, душа моя радует.